Зачем вообще тогда нужна идеология? Идеология? Ну, на самом деле, я считаю, что идеология — это скорее такой инструмент управления массами. Political ideologies include things like communism, fascism, despotism, totalitarianism, democracy, of course. There's capitalism, there's... Идеология нужна для того, чтобы было проще контролировать население, и, но отчасти для того, чтобы строить более сильное государство, но сильно, даже не сильное государство, а сильную власть в данной ситуации. If you don't have ideology, it says you can't even have knowledge. If you don't have a system of thought, then you can't know anything. Если человек размышляет про любую идеологию, он будет так или иначе воспринимать критически, потому что, как правило, идеология, она подразумевает какую-то безапелляционность, как мне кажется, сегодня это уже не работает. Как ты думаешь, в чем разница между правыми и левыми? Ну... Ну, типа, левые не для народа, а правые не для себя. Тут скорее разница в... о радикальности идеологии и возможности ее, ну, как-то более-менее конструктивно оспорить и в нее что-то привнести. Ну, то есть в ее консервативности, скажем так. We usually use the terms left and right to differentiate between liberal and conservative ideologies. So that could be the key to that one, especially in the West. That's just how our democracies are thought of as left and right, liberal and conservative. That's my guess. Ну, во-первых, это очень сложно же, ну, то есть есть много левых, есть много левоправых левых и вообще тысячи вариаций. Ну да, левые, они более созданы для того, чтобы все были типа вместе и не было различий, ну типа там равенство, справедливость и все такое. Ленин красивый. Левые вроде как выступают за всякие там равноправия. Ну, правые не то чтобы выступали за что-то противоположное, там скорее... я не знаю, в этом вообще не разбираюсь, честно говоря. Но правые выделяют, получается, свободу человека, свободу личности и всего этого либерального. А правые, они всегда нацелены на какую-то определенную группу. И мне кажется, что правые всегда в итоге выходят в какую-то тиранию и деспотизм. Правые — это те, которые поддерживают идеологию и идеологию, которую предлагает президент и правительство. Political ideology is like a circle, you know. It's incorrect to look at political ideology as a line. Right, the traditional view where there's a left and there's a right. It's a circle because the extreme left does exactly the same thing as the extreme right. And I think historically that's quite obvious. В России есть это деление на левых и правых, как оно проявляется? Мне кажется, что фактически нет, оно очень такое формальное, потому что практически все партии в современной России, все дискурсы носят исключительно формальный и имитационный характер, который никак не проявляется в фактических действиях и мерах. Типа есть КПРФ, и типа все остальные они одинаково правые, нет? It's definitely still a conservative society, but the younger generation is becoming more inundated with Western media and Western ways of thinking, and so it's a shifting, it's a really shifting paradigm. It's hard to say exactly how Russian society thinks right now, but it's definitely more progressive than it used to be, you would say. Я бы сказала, что раньше были более левые, и сейчас, может быть, стараются быть. I don't think Russia has an ideology, because in my mind, Putin isn't Russia, nor is he party Russia. That Russia is the collection of every single Russians, and to think that every single Russian thinks alike,
that's just really stupid, right? But I do think Russia, in the perception of people outside Russia, has an ideology. And I think people outside Russia often look at Russia and think Russia has, you know, the ideology of Russia is getting more and more nationalistic. What is the closest ideology for you and why? For me, I'm a leftist person, as a young person from the West. So, principles of democracy and capitalism are important to me, as well as equality and fraternity, you could say. Только анархизм, если это за анархию исключительно. Если создать какую-то идеологию, наверняка найдется кто-нибудь, кто неправильно вас поймет. I really believe that people should be able to decide for themselves what they think is best in life. Ну не знаю, слушаю, что какая с другой стороны разница, в принципе. То есть я думаю, что там все очень непросто, поэтому очень трудно себя причислить кому-то либо к левому, либо к правому. Все просто, ну, все не так просто, как кажется, мне кажется.